Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы на собачьей площадочке опять просто погуляем, покидаем колечко. Опять пройдем все препятствия. Вон собаке уже колечко увидал. Да, Вазик, колечко, да? Ну подожди, пойдем на площадку. Пойдем. Ай, запрыгал. Игрушечка новая. Большое колечко, которое можно будет водичку кидать. Оно у нас плавает, держится на воде. Сегодня ты у нас поплаваешь. Давай, залетай. Это же тебе не сфилонить будет, трусливый ты пес. А? Посмотрим, там кто есть еще. Нет никого. Отлично, можно покидать. Он побегал, а? Репейником все заросло. Я хотел покидать с горочки. Ну, будешь бегать с горочки? Гони! Ну. Бежит. Что-то он тут не хочет, интересно. Надо сквозь репей обязательно. Писать собрался. Чё ты там ходишь? Чё, уже играть не хочешь? А? А ну иди сюда. Ай. Ай, игрушечка новая, да? Опа. А ну отдай. Базик отдал. Опа. Шлёп. А? Опа. Помчал. Сейчас побегаем, пойдем покупаемся. Заодно и попьет. Ну кого ты там высматриваешь? Никого нету. Ну давай, иди сюда, трусливый ты пес. А, игрушечка новая. А? Ну не, я с тобой так играть не буду. Давай, отдавай. Отдал. Отдай. А? Балбес, а? Прыгать будет. Обошел. Ай, базик, базик, балбес-то. Вот так, чтобы по лесам с ним по 20 километров не бродить, можно полчасика покидать колечко, и он получит свой положенный набег суточный. Я-то сам люблю погулять по лесу, но каждый день тяжеловато такие расстояния проходить. А ну отдавай, слышишь? Отдал. Колечко вот новое уже проткнуто, но зато на плаву держится. Ну. А ну иди сюда. Не буду я с тобой так играть. Да. На. Ну, давай. Отдай колечко.
Все, задышал уже. По жаре-то бегать не очень. Где-то 20 градусов с утра. Отдай. Слышь? Мякушек. На. Решил с другой стороны забежать. Чего, все, устал? Но. Ну, давай, отдай. А ну, отдай. Слышь, я сказал, отдай. Колечко слишком легкое для таких размеров, особенно далеко не зашвырнуть. Ну, чё, всё? Эй. Йо. Не дёргайся. Йо. Отдал. Морда. А ну отдай. Отдай, сказал. Yeah.